Каждый из нас в разные периоды своей жизни открывает для себя заново Алексея Ивановича Фатьянова, узнает его песни, погружается в его поэзию. И я думаю, что нет такого человека, который бы дальше по жизни шел без Фатьянова, без его стихов, без его удивительного жизнелюбия, любви, которая живет его, в каждой его строчке. И да, большая часть зрителей, которые сегодня на Поляночке, они не знали лично Алексея Ивановича, но через стихи, через песни он для каждого из нас стал очень близким человеком. Стал другом, наставником, может быть, старшим братом. Человека, который очень любил... Он по сути, вот, был простым русским парнем, который очень любил жизнь. Любил женщину, любил свою родину. И всю эту любовь он вложил в каждую свою строчку. И вот именно за этой любовью мы приходим на этот праздник. И каждый раз люди уходят спустя несколько часов, мне кажется, немножко другими. Окунувшись в этот удивительный мир поэзии Фатьянова, они уходят чуточку светлее, радостнее. Душа становится чище, потому что Фатьянов — это как чистый родник, к которому вот приникаешь, когда хочется испить чистой прозрачной воды и заново ощутить какой-то настоящий вкус к жизни. С добрым утром, дорогая, расстаемся мы с тобой, и любовь моя большая остается за горбой. Только чайка над волною сиротливо закричит, только сердце молодое одиноко застучит. Go!